Вот он, сегодняшний июньский день. Иван-чай. Иван-чай зеленый. Пойду на речку. Пойду на речку. По этому лесу. И не нас, ныне нашего века. Я вообще, когда иду по лесу, я пою, чтобы никто теперь на меня не выпрыгнул. Потому что однажды я чуть на медведя так не напоролся. Вот, поэтому я стараюсь во весь голос что-нибудь говорить или петь. А сегодня утром вышел, открыл дверь, а там кто-то прямо выпрыгнул, хвост только черный длинный был виден, и убежал за угол. Я за ним, а там уже никого нет. Ну, кто это был, я не знаю. Зверек какой-то. Не лиса, у лисы-то хвост пушистый. Но вообще каждую ночь, каждый вечер кто-то вокруг домика крадется, шелестит. Вот, лежбище всяких кабанов. На прошлой неделе здесь лили такие дожди, что вода вышла из берегов, река. А сейчас я хочу посмотреть, что же теперь. Все настолько сильно заросло, что мне по грудь. Видимо, надо делать новую дорожку. Да, кто тут такой огромный валялся? Трава смята. Так, ну и как нам подобраться к нашему месту, к реке? Сейчас попробуем. Так, вышли к реке. Ох, тут все уже заросши. Ничего нет. Ну, вот так вот, Анечка, вот так вот выглядит река сейчас. На ту сторону теперь не перебраться. Вон там вот наш. А вот так вот выглядит река. Ну, не знаю как. Набираем снова к речке. Вот здесь какое-то животное лежало. Потом, наверное, шло на речку вон туда. Ну так, нормальное животное. Кабанчик, наверное. Вот кто-то полз сюда. Ух ты, а это что? Обглодали, да? Дерево зачем? Вот и речка, ага, вот он как тут подходил. Интересно, интересно, он когти. Река. Грянет ливень резкий и косой. Заросло все, заросло. Да, вот идем по лежбищу кабанов. Да, много тут, конечно. Спят они здесь, что ли? Безнадежно люблю. Ну да, воды уже не так много, но все равно, все равно. 2 часа на часах, день ненастный нашего века. Смотрит девушка с пристани вслед и плечами поводит. А зябнув, ох, что это такое? Что вот это такое? Как понять эти такие тоненькие цветочки? Что же это такое, а? Иван-чай. Такой нежно-зеленый. И плечами поводит.
озябнув под ветром. Я люблю это время, безнадежно люблю. Иван-чай.